Это задом. Ну я как раз безопасности, не про это. Давай, задом. Я чувствую, что у тебя есть силы. Здорово, дорогие мои, с вами Касина Топкин и Кузака, это GTA 5 онлайн и прикольное шоу Узконизка в GTA 5. Всем здорово, друзья! В чем же заключается суть? Да, суть довольно-таки проста данного эксперимента. 30 шлагбаумов, у нас каждый шаг, они уменьшаются настолько, что в конце буквально последний попупок персонажам. То есть там чисто перебраться, а нам нужно проехать под этим шлагбаумом. Офигеть, там низко. Да. Там очень низко. Поэтому давай сразу сходу с тобой начнем. На первый раунд по тачке, просто по одной. И у меня, кстати, что-то интересное. Это типа супра новенькая, но не супра, GTA-шный вариант. Mm-hmm. Слушай, а сделали довольно-таки интересно. Ой-ой-ой-ой-ой, это о, Intiity. Как ее? Она очень низкая. Ага. Ты проедешь, кстати. Давай проверим, давай проверим. Затюненный весь. Ну, у тебя гиперкар, у меня чисто обычный, как бы... Спорткарик, да, да. Так, давай! Я вот единственное, не занизил ее, а ты, по-моему, занизил. А, нет, я не прокачиваю тачки, потому что когда прокачиваешь тачку, падает броня, а броня это зло. Машина не мнется. А, вот оно что. Да. Ну слушай, я приехал на самом деле на этой не до супре, на 29, это овер до хера для нее, я считаю. Ага. С такой-то крышей. Ой, Юр, а ты первая тачка, да. 50, это отлично. Это ожидаемо было, очень низкий, ребята, суперкар, понятное дело, что он справился. Но я не проеду дальше, даже мучиться не буду, 29 баллов у меня. Ну что ж, поздравляю. Спасибо, старт, спасибо, мне нравится. Да. Друзья, ставим лайкусики, обязательно подписывайтесь на канал. Успокоил, да? Смотри, у тебя три тачки, у меня две, поэтому... Ой, хорошо. А, две тачки? Или у тебя две, у меня три. Да, у меня А больничная коляска считается? Инвалид, да. На самом деле, это не машина. Ага. Так, ладно. Ой-ой-ой. А танки считаем, бери. Ага. Не, не хочу такое, вообще ни разу. Да не думай, что-то отличный вариант. Да-да, хочешь, а возьми. Как ты любишь. Везде проедешь. Так, ты возьмешь... Закос на ферыч какой-то стандартный. Массакра? А, нет. Не массакра. Массакра, это что-то другое. Так, у меня типа Хуракан, ребята, обычный, но GTA-шный. Это очень низкий профиль и возможно... Что, тоже сейчас 50? Пронырнем. Так. Давай не надо, Юр. Я так хорошо урвал от тебя. Охренеть, вот я отлетел-то только что. Так, 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 я лечу, 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 лечу. О, давай! Так, мы вас... Здравствуйте. Нифига себе ты там... Так, ну, у меня все шансы пролезть, я думаю, есть. Есть шансы. Просто как давай попробуем занизить машину. Ну, как вариант, кстати. Подвеска. Так, виз кастомс. Подвеска. Я тоже посмотрю. А у меня нет подвески. А, ну и слава богу, нету. Может быть. Так, это не это смешно, конечно, так звучало, у меня нет подвески. Когда ты на ламбе такой. Ну, по факту так и есть. Ага. Так, ну все, 29 у меня. Ой, прокачал ламбу, у меня еще и спойлер появился. О-о-о, колхозник, колхозник. А я проехал благодаря этому спойлеру, прикинь. Что? Я прокачал, она увеличила скорость, и благодаря этому и зацеп, походу, лучше стал. Она чисто просто ворвалась. Офигеть. Благодаря спойлеру стала на дыбки. Ну, я думаю, ты видел, да? Ага. Она чисто на дыбках залетела. Какое необычное начало-то у нас серии, Юр. Да, есть такое. Две тачки сразу туда. Что на аддонах, если есть прокачка, она, как правило, она, ну, прозрачная. А тут спойлер-то у стандартных тачек у всех осязаемый, поэтому как бы... Это что-то так, вообще необычное. Так, у меня две. Окей. Так, грузовичок несчастный и хорошая какая-то корвет. Старая. Ну, я возьму, наверное, вот так вот, потому что... У тебя такие зеленые тачки, ты как этот из тачек, зеленый челик, Чико, или как его звали? Смотри. Ну не, давай, давай нормально. Поднимается что-то там. Давай, давай, давай. Должен встать. У него тяги не хватает, качать надо. Так, ага. Что за тачка? Из Реала тачка, которую я не вижу. Корвет, корвет. Старый. Корвет. У меня ага. Это закос на Доше, я так понимаю. Может быть, на Плимут? Понятно. Так, корвет вижу твой. Такой в этом был. Сейчас пик или где там. Не знаю. Мне напоминает тачки, как будто я тут голубенький, а ты тут зелененький. Вредный пацан. Ну, лучше быть зелененьким, мне кажется. Ха. Чем голубеньким.
Да ладно. У меня крыша не мнется. Вообще, вообще никак. Вот я должен проезжать, но у меня какая-то текстура вообще непонятная. Что? У тебя еще бронекаска на голове, мне кажется, она тоже мешать будет. Действительно. Кстати, это первая тачка, в которой я вижу каску. Почему? Хорошее замечание, я тоже. Обычно в машинах-то снимает же персонаж. Ладно, окей. Может быть, делали просто из говна и палок. Так, а что получается? Я чуть дальше, да? Значит, три машины за мной. Давай. Ёб твою мать. Ух ты, хорошая машина, бери, Юра, вообще проедешь все 50 уровней, я тебе отвечаю. Да, причем задом наперед у меня. Так, полицейская машина и ламба, ламба, ламба. Ламба Винена. Неплохо, может быть, но я профилем прям ниже, это хорошо. Ага. Может быть, на скорости пролечу, вазелином сейчас намажу ее. Я прокачал сразу машину. Воздушный карман. А, вот так вот и значит. Я не понял, Юра, Юрочка, ты что делаешь? Не надо меня наказывать так, нет. А если я тоже прокачаю ее? За первый раунд. Ну, аддоны качать, конечно, смысла, как правило, обычно нету, но ладно. GTA-шные две тачки прокачанных, причем проехали на финиш. Я думаю, они проехали только благодаря скорости. Угу. То есть то, что у них, ну, скорость чуть выше стала. О! Ну да, Винена проезжает. На самом деле, я знал, что Винена проезжает. Просто, может быть, ты запортачишь как там. Не-не-не, мы сегодня с тобой будем биться как титаны. Я просто так не отстану. У нас по три тачки, кстати, так как ничья была в раунде. А, окей, окей. Квадроциклы считаются? Да ёб твою мать, нет. Ты смотри просто, как мне повезло в кавычках. Охренеть. Мне такое нравится. О, ну у тебя тоже по возрастающей. Да, что-то... Ой, а у тебя все хорошо, у тебя все высокое. Так, надо что-то взять пониже. Урус, ну, опять-таки, не до Урус, наверное, так себе, но он, мне кажется, самый низкий. Да, там согласен с тобой. Какая-то крыша такая, бугорком. На самом деле, ребята, особо радоваться смысла нету, потому что Дива на финиш не проедет. Инфосотка. А зачем тебе финиш? Ты еще хочешь финиш взять? Конечно. Чтоб меня вообще уделать. Ты там потихонечку надо, и так, надо, я надо, чувствую, надо. Делаешь по баллам. Мне такого счастья и не хватает. Ты еще. Очень хорошо проехал на внедорожнике, я тебе скажу. Возможно. А так, ты у нас... я пролез на тридцаточку, и я не пролезу, надо. Возможно. Нет. Я пролезу на финиш, она сломалась. Никакого финиша. Смотри, как она сломалась. Так, я пониже стал. Самое интересное, ребята, я не знаю, видите вы это или нет, визуально я проехал. Нет, Юра! Я проехал. Какого хрена? Она как будто, не знаю, какая-то электрическая, то есть я с места задницы вот только начинаю газовать, и она сразу как будто на ускорение едет, а потом скорость теряет, и вот благодаря этому залез. Ладно. Так, Урус прокачал неплохо, на 25 баллов. Да, не особо много. Я себе выиграл. Хорошо. Это хорошо. Это замечательно. Это не замечательно. Ты меня сейчас уделаешь там хорошо по баллам. Мне такого не надо. GT. Так. Красный GT. Мустанг, кстати, интересный. И Карен Ребел. А у тебя тоже низкая там тачка есть, вижу я. У меня очень быстрый Макларен. Баги я, ребята, брать не буду, потому что это каркас безопасности, а это плохо. Я Макларен, наверное, попробую. Что-то я лет 300 на таком не катался. Это Макларен? Это же Лего-тачка какая-то. Ну, Лего Макларен. А, понял. Так. GT. Но он вроде не проезжал никогда, поэтому... Ну, там Лего сейчас рассыпется, и ты проедешь. Юрочка... Хотел тебя перекрыть, а ты даже сам не залез ко мне. Да, да, да. Обидненько. Оффрейм, моя прическа вылезает. На самом деле, смотри, какой спойлер. Я при всем желании не проеду. О. Если только спойлер мне поможет, как с первой тачкой, которая... Вот да, да. Но нет. Хочу к тебе. О, спасибо. Вас не звали. Подтолкнуть? Не, мне кажется, такое невпихуемо вообще. Никуда и никогда. Ну да, там пипки мешают тебе явно. Не, ну это вообще, да, я как просто деревянный, просто бревно. А 28 баллов, Мустанг, не знаю. Просто бревно. Когда девушка слишком разонравилась. Так, у нас по три тачки. По три тачки у двоих, давай. Внедорожник и внедорамоне. Оль, у меня тоже теперь лего какая-то машина, не до машина. О! Не удаляй пока лего-тачку. О, половинчатая машина!
А, чё, бля? Ну, я не знаю, наверное, я не смогу на ней мантить хорошо. А как возьму это, суперкар. Бля? Чего, бля? Ну, это распил из Японии приехал. Я такую херню вообще первый раз вижу. О, Драгстер, у нас такой был удлинённый. Зачем удалил? Я его не добавил, не успел. Ты чё там шаманишь? Я хотел себя пониже сделать. Потому что мне нужно срочно 50 баллов. Не-не-не-не, тебе даже 29 не надо. Юра. Чё, снова на одинаковом уровне? Ну, то слишком высокий тоже. Ну да, мне казалось, она низкой. Ну да, она как-то как будто у нее крыша визуальная какая-то, что ли. У нее подвески нету. Есть еще одна приколюха, как можно обмануть систему, но я тебе ее не покажу. Покажи все свои учения, мистер Юрыч. Ну я не пользовался, все по чесноку. Это уж крайний случай. Это задом. Ну, я как раз безопасности не проедет. Давай, задом! Я чувствую, что у тебя есть силы. Не-н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 е-
Иди отсюда. Да она прям вот не хочет. Иди отсюда. О! О! Да она здесь уже вся у меня, чтобы ты понимал. Но она застряла. Нет. И как это считать? Никак, ты не проехал. Нет. Давай, кошка! Нет, уйди. Уйди на место. Все, она ни туда, ни туда хочет. Может быть, 28 с половиной? Не. Ну, половину же проехал. Ну, ты реально застрял просто. Ну, если честно... Блядь, сейчас нахуй сгорит видеокарта от такой штуки, мне все трясется. Короче, не проедешь. Обычно, когда бернаут делаешь, в таких случаях он помогает. Но я смотрю, что ты прям конкретно на вертеле. Ой. Ё-моё. Надо её... Там жарит, что ли? Коптит уже? Прям там дым из салона. Когда я нажимаю, да. Короче, нет, ты не проедешь, я так понимаю. Поехали. Ладно, ладно. У нас ничья. Не, ну ты был близок, реально был близок. Жесть, здесь балку аж погнуло, теперь здесь будет легче проезжать с этой стороны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Потенциально полки. Ой, бля, зачем я две Юра! Завезил сразу? Юра, поделись. Это два полтинника подряд бы было. Охренеть. Ну, я а ты думаешь, это так работает, что следующая тачка сохраняется именно так? Ну, ты же не знаешь, какая у тебя следующая упала, а ты вот достал ее, а она могла в следующем раунде первая упасть, понял? Ну, вообще, да, я тоже об этом задумывался. Три тачки. Ну, по возрастающей опять, и не знаю, все, мне кажется, такое. Первая лучше. Да, первая лучше всего. Ну, я так понимаю, у меня изи полтинник должен быть. Прям максимально. Да все, блин, я уже это, в тильте, Юра. Ну, чуть-чуть зацепился, но проехал. Отлично. А, это водоплавающая машина? Да. А может быть, я могу как-то открыть в последний момент штуку и... Давай! Так проехал. Ты так проехал. Сейчас. Да, я ее пониже сделаю. Это амфибия, да? А ты проехал на финиш? Да, на изях вообще. Понятно. Да, это амфибия. Меню кастомс. Вроде аж, чтобы она трансформировалась. Давай. Опа. Как-то не особо хочется. Мне кажется, план не удался. Ага. Не. Она почти пролезает, как в прошлый раунд. Ну, ладно, еще раз. Визуально прям то же самое. Но она должна пролезть, то есть текстура просто какая-то говёная. О! О, проехал. Как сделать красиво. Отлично. Бочком как-то пролез. Неплохо, да. Реализовал, реализовал, молодец. У тебя 4 так, тачки, у меня 3. Нет, у нас на финише. А, да! Я же тоже на финише. Не, вот подожди. Подкилька бы сейчас была бы, кстати, которую я удалил. Ага. Зенторик. Плюс-минус. Плохо. Ага. Вертолет. Ой, у тебя у Леха. Меня. А Леха, кстати, проезжал, не проезжал, я не помню. Вроде проезжал. И что ниже? Этот вижу. Ой-ой-ой! Ты про кого, ой-ой-ой? Да у меня тут Ламба Муира или что-то типа того, как называется она. Она тоже очень прям. Ага. Но у меня, по-моему, все ванильные машины. Так, и возьму, я, скорее всего, электрокар. Не буду. Я все-таки попробую прям заниженную тачку. Слушай, если я сейчас проеду, то это все уже. Пиши пропал. Не надо. У меня вот здесь обычное что-то. Да, изи. Изи, изи, изи. Еще одна 50? Еще одна 50.
Да почему так много-то? По писярику. О, да, еще по писярику. Офигеть! Это впервые такая благополучная серия у нас получается. Ну это очень продуктивно, да. Это уже, считай, сколько? 9 машин. Смотри, у нас последний раунд. У тебя есть шанс отыграться, но я надеюсь, что я тоже позицию не сдам. Очень... По 3 тачки. Очень хотелось бы еще раз на 50-ку, да? Мерс высоко. У тебя отлично. Такси. О, Ровер. Ну последнее, значит. Блин, на самом-то деле... У нас плюс-минус одно и то же сейчас. Деле. Ну вот именно то, что... И кто же победит? Вот риторический вопрос. Я Мерсик возьму чисто потому, что почему бы и не. Ага, а вот ты как. А так-то, мне кажется, разница небольшая была. У меня кузов одинаковый. Vehicle Spawner. Ой. Давай, роднулька! Давай! Газуй, лезь! А ты там хорошо проезжаешь. Ничего себе. Ну все, я приехал. Я тоже. Тут мы с тобой прям брат-акробаты. Вместе берем 50, вместе берем одинаковый балл уже какой раз. Вообще тебя не звали. Это наша малина. И мы ее жрем. Так, нормально. 28, все. Это моя остановочка, я даже пытаться не буду, шансов нет. А у тебя каркас безопасности, скорее всего, внутри. А, да, есть такой. Есть такой. А зачем я его прокачал? Максимально продуктивная серия получилась, я тебе скажу. Согласен. Очень хорошо по баллам. Кто победил, не знаю, ребята. Итоги видите на экране. Лайк, комментарий завозите, подписывайтесь на канал, смотрите другие ролики. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.